показать для новичков, как это все быстро делать. Так, вот, допустим, создать дизайн, да. Значит, 1000 на 1000 пикселей это для AliExpress, 3000 на 4000 пикселей это стандарт для Wildberries, да, там. Вот. Это даже минимальное значение скорее. Так, ну вот, значит, допустим, для AliExpress мы решили создать, да. Нажимаем на пиксель. Значит, вот, все, создали. Так, сейчас я возьму, перетащу, значит, сюда. Вот сюда в загрузке можно перетащить файлы подготовленные, да, вот, раз, два, три. Сейчас они загрузятся быстренько. Так, вот они загрузились уже. Все. Так, два файла подгрузились, один файл не подгрузился. Все, три файла подгрузились. Так, вот у меня шаблон 1000 на 1000. Я беру, значит, допустим, добавляю сюда. Оп. Ага, все. Сюда мы можем добавить какое-то описание, да? Допустим, как делаю я. Так, ну, немножко. Ну, пойдет, ладно. Значит, можно вот сюда добавить, допустим, элементы текста. Текст. Текст, возьмем текст. Значит, эта программа в месяц, Pro версия стоит там что-то 400-500 рублей. Я думаю, что это небольшие деньги, и можно будет, в принципе, эти деньги вложить на месяц, да, то есть это очень даже выгодно, чем платить каждый раз за инфографику по 500-1000 рублей. Да, возможно, вам сделают более профессионально, но зато у вас будет какой-то новый навык, и в следующий раз вам не придется платить. Так, допустим, вот доставка. Доставка из России. Так, для Алиэкспресса это очень важно писать. Так, доставка из России. Так, вот этот маленький текст мы удалим. Все, дальше можно его. Сейчас, секундочку. Оп. Перетащить. Вот, централизовать как-то вот. Доставка из России. Окей. Чик. Все централизовали. Так, его можем вот так немножко даже сместить вот сюда. Ага. Все. Здесь мы можем добавить, допустим, вот такие элементы. А, значит, вот, допустим, круг. Добавим круг, да. Вот мы его можем уменьшить до нужного нам размера. Так вот не помещается. Вот. Приблизительно вот так выбрать цвет. Он сам автоматически подберет, да, для этой фотографии, допустим, серый, да? Или вот такой. Черный не подходит нам. Белый совсем нет. Ну, вот этот вот неплохо выглядит. Хорошо, ставим этот. Так, дальше. Так. Компьютер надо будет почистить в следующий раз. Так, 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 очень интересно. Дальше мы можем таких Ctrl-C, Ctrl-V или копировать, вставить таких несколько штук, да? Вот. Создали таких вот несколько штучек. Сюда, допустим, поместили. Можно чуть поменьше сделать, да, чтобы он помещался. Такие вот. Оп. Вот. Допустим, эти удалим. Ctrl-V. Ctrl-V. Раз, два,
Раз, два, три. Да. Вот, а в них уже можно написать какой-то текст. Допустим, там производитель США, сюда можно добавить там, допустим, для иммунитета, восстановления. Вот. Ну, давайте я напишу, да, допустим, США, да, чтобы было понятно, что производитель США. Так, текст. Текст. Мы можем даже вот такую светящуюся добавить. Ага. Чик. Раз. Два. Так. А это у нас мы можем написать США. Убавить, ну где-то сделать 60, допустим. Чик. Все, текст маленький. Вот эту рамку мы можем удалить вообще. Эту рамку тоже. Ставить вот эту только рамку, допустим. США. США. Так, ну и США. Дальше здесь можем написать, допустим, 30. Иммунитет. Иммунитет. Так, ну можно вообще поменять. Лучше делать в одном стиле, да, к примеру. Но если что-то не подходит, в принципе, несложно поменять, да. Иммунитет. Так. Ну, вот такой вот стиль. Иммунитет. Так, и текст, допустим. Да, выглядит, конечно. Сейчас можем сделать немножко по-другому. Напишем вот так. Оп. Оп. Повышает. Иммунитет. Повышает иммунитет. Так. Можем немножко уменьшить. Сюда вот так. Оп. Все по центру поместили. Повышает иммунитет. Так, нет. Текст мне этот не нравится. Можем его заменить на другой. Вот этот, допустим. Нет, это тоже все заглавными буквами. Ну, вот добавить под заголовок. Ага. Повышает иммунитет. Ага, цвет. Цвет, допустим, в стиле золотой, да? Даже California Gold Nutrition. Пусть все будет в золоте. Так. Чик. Вот, можем уменьшить немножко. Так. Так вот. Повышает иммунитет. Дальше можем это копировать. Ctrl-C, Ctrl-V.
Дальше сюда можем добавить, допустим, сила. Потом внизу выносливость. Угу. Так, можем чуть оп. Чуть-чуть не поместился. Так, выносливость не поместилась. Мы его чуть-чуть уменьшим. О, все. Угу. Так, сюда чуть-чуть. Все, подкорректировали. Все, сила, выносливость. Ага. Можем цвет изменить. В принципе, чтоб лучше выделялся. Черный, нет, не подходит, не подходит, не подходит. Слабо, белый, не очень. Оставим золотой. Все, сила, выносливость. Можем чуть выше пас закинуть, и будет помещаться буковка В, да? Ага. Ну. Можем даже вот тут чуть увеличить. Ага. Вот, отлично. Все. США повышает иммунитет, сила, выносливость. Так, дальше берем. Сохраняем. Скачать. Допустим. Лучше в формате, допустим, JPEG, ну, мне так привычно. Вот. Дальше качество, ну, достаточно. Все, скачать. Ага. Так, ну, тут достаточно много. Так, ну, можно проект даже сохранить. Вот здесь взять, допустим, сохранить в папке. Переходим, допустим, вот сюда. Дальше вот здесь сохраняем. Все, проект сохранен. Все вот эти шаблоны, они будут рабочими. Так. Сила, выносливость. Так, повышает иммунитет США. Дальше что можем сделать еще? Мы можем добавить какие-то элементы, линии, фигуры, там квадрат, стрелки. Прям можно сюда забить, вот, и что вы ищете там из элементов, линии, допустим, цифры, диаграммы, фигуры. Очень удобно, можно добавлять вот разные такие фишки. Вот, интерьер. Ну, в общем, очень много шаблонов, очень удобный. Очень интересный сайт. Всем рекомендую. Если было полезно, поставьте мне лайк, если не сложно.